самые страшные, самые опасные и самые странные скримеры в этом видео. Ладно, все, поехали. Самый первый скример находится в самой первой комнате, и он очень странный. Дело в том, что вот этот ключ совсем не подозрительный. И если я его возьму, тогда произойдет это. От третьего лица он еще выглядит нормально, но от первого, боюсь, у вас может пропасть аппетит. Следующий скример тоже не менее хитрый. Это с виду обычная дверь, но если я в нее зайду, произойдет. А вот так это выглядит от первого лица. Hello, guys. Ладно. Его убил. Это скример на скример. Раш убил Джеффа. Блин. Вот этот безобидный банан. Даже не знаю, можно считать это скримером или нет. Но давайте все-таки я на него наступлю. Клевый банан. Следующий скример мы все знаем. Он там бежит. Блин. Ну, помимо обычного Раша, тут есть еще несколько. Например, вот этот. А следующий скример очень интересный. Это жатель. Так, надо еще монеты собрать. Ой. Подожди. Отстань. Его настоящее имя Грит, и он очень не любит, когда кто-то жадничает. Я пожадничал, поэтому он меня... Ну ладно, переходим к следующему скримеру. Так, и мы снова ловим скримера. Ух, не удержался устроить резню, простите. Ой-ой. Ты чё? Не понял. Глаза. Это просто самая тупая смерть, которая только может быть. Из-за которой я проиграл на 99-й двери. Нет, только не это. Бежим отсюда. Нет. Я проиграл на 99. Ладно. О, сюда кто-то бежит. Это кто там? Глич ты, Раш. Такое бывает. Нечего сказать, переходим к следующему скримеру. Даже в этом дурсе встречается паук. Если открыть полку, по ней он нужен... Страшно. О, неужели это он? Еще я встретил вот такого Раша. И такого. И вот такой очень странный банана Раш. Ой. Ой, там какой-то... И помимо всяких рашев, я еще очень много раз встретил Джеффа. Я на один банан... Не надо. Тимоля! Еще я встретил вот этого очень странного монстра, который даже не ударил меня. Напишите в комментариях, кто это был, потому что я не знаю. А сейчас покажу самый интересный скример, наверное. Это... Привет, давай сюда. Если вам понравился такой формат видео, пишите об этом в комментариях, чтобы я снимал его дальше. Всем пока.